Белый шоколад Егора Крида. Дискотека — это дискотека ври отделения. Всем привет, меня зовут Видив. Сегодня у нас действительно необычный бокс, но в чем же он такой необычный? В том, что представляет собой такую длинную прямоугольную коробочку, в которой сделаны три отделения. Почему три? А теперь главному. Совсем недавно вышел очень необычный трек «Трио» с тремя очень популярными российскими артистами. Честно, я сам удивился такой необычной коллабе. Холостяк бокс. Та-дам! Посмотрели, все, да? И вот посмотрите, что здесь изображено: розочка, монетка и нишка. К чему бы это, как думаете? Три отделения. И ставь лайк этому видосу, и в следующем ролике будет твой любимый исполнитель. А также пиши в комментах, кого бы ты хотел видеть в следующем трио. Например, прикиньте, Face, LJ и Паштехник. Было бы круто. И начнем мы с Олега ЛСП, так как он начинает трек, и у него там прикольная была такая строчка. У тебя есть две дочки, Лиза и Настенька, у меня есть тоже Visa и MasterCard. Но не очень, правда, в рифму. Тупо, но прикольно. Ну и первым делом у нас идут вот такие очки Ray-Ban. У меня такие уже есть. У меня попадались они уже подобные в каком-то наборе, но тогда они были мне маленькие, и я их тупо кому-то подарил. Отличительной, кстати, чертой Ray-Ban являются вот именно вот эти железячки. Кстати, очень модные очки, особенно в стиле ретро. Какие, знаете, были у вашей бабки с дедом в 60-х. И ЛСП их часто носит. Ну а также у нас в этом наборе идет такие три небольших постера с афишами главных концертов всех трех исполнителей, артистов и подарочные купоны на любой билет 50%. Ну вот в случае с ЛСП это аж только 20 апреля стадионный тур группы ЛСП. Не знаю, может он этим стадионным туром хочет отомстить Оксимирону, ну реальному Оксимирону, но да ладно. БТБ-арена, это уже, кстати, серьезно, там же и Крид вроде 7 апреля выступал. Да, это не олимпийские, но это уже и не клубы. Дальше идет вот такая наклеечка в стиле арт от ЛСП. Наклеечек у нас много, много клеить куда можно, от ноутбука до тетрадок. В свободной продаже я подобные не видел никогда. И это, кстати, плохо, отстают как-то они. Я помню, даже когда я в школе учился, были тетрадки там всякие эти, на любой популярный там сериал, мерч, там «Моя прекрасная няня», «Универ», «Даешь молодежь» и так далее. Тут также у нас идет главный символ хита ЛСП, монетка, которую, кстати, почему-то в России закрыли, но его просмотреть не проблема. Трек, вышедший в мае, по-моему, прошлого года, совместно еще с Ромой Англичанином. И вот мы получаем такую сувенирную хрень. Даже если вам жалко дарить такой набор, можно просто кому-нибудь в классе подарить такую шоколадку, монетку. Ну, насколько она шоколадная, мы сейчас посмотрим. Она шоколадная. И брюнетку. Как мы их поделим? Подбрось шоколадную свою монетку. Также вкусняшку зайдут вот такие конфеты тонизирующие. Это не таблетки, это конфеты. Да, похоже, конечно. Это тонизирующие конфеты с кофе. Заменяют вредные энергетики и бодрят. Не знаю, сам не пробовал. Вообще вживую первый раз вижу такие. Может, кто пробовал, напишите в комментах, как вам. Реально ли это все круче энергетиков? И отпишитесь. Может, это реально выгоднее. И вот такой небольшой напиток латте, всего 0,2, также идет продолжение, это кофе, такой напиток. Блин, не дешевая, кстати, хрень, вроде я ее видел, не знаю, как-то связано с творчеством ЛСП, не так хорошо знаком. Хотя у меня все окей, в кругу своих друзей песня четкая, это одна из любимых моих песен. Кто больше знает, в чем здесь подтекст, отпишитесь, пожалуйста. Давайте попробуем все-таки. Прям реально кофе, смотрите. И вот такой браслетик, светящийся в темноте. Их тут вообще три штуки на каждого исполнителя. Каждому присвоен свой цвет. И вот у ОСП это, не пойму, а, синий. Цвет настроения черный. И первым делом у нас идет опять же афиша на 18 ноября. Это презентация альбома «Федук». Я живу не в Москве. И кто хочет сходить на Федю, то пишите в Инстаграме, в Директ. Презентация нового альбома. А первый у него что, выходил уже, что ли? Вот как-то сейчас не особо слежу за артистами там. Чисто выходят хиты, прикольно. Дальше у нас идут нашивки. Я подумал, ну, нашивки да нашивки, что здесь в этом такого? А потом сообразил, смотрите, во-первых, Stone Island, самый любимый бренд Федука, который он его часто носит. Потом мы летели на байке, пальмы и ветер, пальмы и ветер, Федук One Love.
потом розовое вино, и, собственно говоря, да, тут написано Федук. Поэтому в чем проблема-то нашивочки? Теперь пару своих базовых футболок можете облепить цитатами Федука, а одну даже превратить в дорогущий бренд Stone Island. Тоже непонятно, вот кто Stone Island ввел в моду среди школьников. Дальше у нас идет вот такая большая наклейка. Я заметил, на каждого артиста по афише, по наклейке и по браслету обязательно оригинально. Оригинальнее, правда, то, что изображен Федук, я так понимаю. И еще один интересный паренек. Кто же это мог быть? С эмилированной прической, белыми линзами и татухой в виде кастета на лице. Оригинально! Тот, кто разберется, да, кто разберется, тот реально найти бы такого человека, кто делает все эти арты. Вот серьезно, напишите в комментариях, кто делает такие арты. Тут у нас идет такая фиолетовая вата. Блин, не получается у меня как Федука, но да ладно. Магия цветов, цвет шоколада. Тюти-фрути с котиками. Давайте откроем. Ой, да ее тут всего-то ничего. Фиолетовая вата, которая превращается потом в жвачку. Офигеть. Вот бы она не в жвачку превращалась, а в деньги. Ну и, собственно говоря, не розовое, но тоже какой-то экзотический напиток. Почему-то Федук себя все время приравнивает к какой-то вот такой тропической экзотике, как LJ к азиатской культуре. Ну, в принципе, пофиг. Главное, чтобы хиты были прикольные. Такие миниатюрные вообще баночки, смотрите, 238 миллилитров. Апельсинчик! Воу, надо себя с мякотью. Ну и розовый браслетик. Почему розовый? Догадаетесь? Я знаю, что напишут в комментариях, да. Блин, обожаю их так делать, вот это. Ну и третьим сегодня у нас идет любимец всех девчонок до 13, Егор Крид. И опять же идет афиша с его концертом в городе Пенза на 21 сентября. Сегодня какое? Посмотрите, когда ролик залит. Пенза, Пенза, Пенза. Откуда и Павел Воля. И самое интересное, это его первый концерт в родной Пензе. У меня вопрос жителям Пензы, по-любому меня смотрят сейчас. Почему он не давал концерт у вас в своем родном городе? Его там что, ненавидят, что ли, как в Дагестане? Хотя где-то я слышал, вроде да, он специально не давал, поэтому. Но это ладно. Тут у нас идут такие кладки для книг с долларами с изображением Егора Крида. Это отсылка к песне «Мне не надо больше денег, мечтаю отдых в понедельник». Сейчас там, кстати, нашли какой-то подтекст, вроде говорят, где-то в монтаже или что-то такое. Тоже краем уха слышал. Но я думаю, это полный бред. Вообще, в моем детстве это была самая популярная вещь в школе. Когда они вообще появились в начале нулевых, я всегда рассказываю эту историю, как я пошел в первый класс и купил в соседнем магазине такую закладку. И она была с президентом России, с новым президентом. И я впервые из нее узнал, кто такой Путин. Какой это год, догадайтесь? Также идет вот такая переводка с розочкой, ну тут все понятно, шоу «Холостяк». Вообще я люблю девчонок с татухами, с пирсингом, но вот когда видишь у девчонок тату с какими-то, знаете, такими странными розами, какой-то фигней, то думаешь, ё-моё, она что, сидела что ли? Тут, кстати, нам дарят такую замечательную шоколадку от Black Star с Егором Кридом. И самое забавное, что этот шоколад белый, о чем Егор везде и всюду поет. Не то, что шоколад белый, а то, что Егор сам. Не знаю, в чем такой прикол, ему виднее. А да, еще и пористый. Единицы, мне кажется, поймут намек. Белый шоколад Егора Крида. Да, прикольный, кстати, шоколад. И вот такая отбелющая жвачка White Seed. А, это освежающие постилки. Ну, на самом деле, мне кажется, реально, что сможет отбелить ваши зубы, это виниры. Как у Ивлеева или Крида. Ну, а кто не знает, что такое виниры, это не вставные зубы. Это такие накладки на ваши зубы, которые делают их такими белыми. Беда в том, что ваши родные зубы вытачивают. И, то есть, если себе вставишь виниры, обратного пути не будет. То есть, до конца жизни там периодически нужно будет их менять. А вы готовы были бы себе сделать такое ради такой белоснежной улыбки? Так, а что за постилки-то? Как она открывается-то? Ой, блин, посыпалась. А, вот такие конфетки. Типа тик-така. А, нет, подожди. А, вот оно, вот я тупой. Вот оно как это делается.
И, конечно же, светящийся вот этот браслетик, он прям, знаете, мне напоминает, как эти рейнджеры с этими браслетами. Можно на дискотеку пойти и в темноте ими прикольно светить. Но если только не на деревенскую, при свете, как в школе. Господи, я вспомню, в школьной дискотеке. Какой позор был, помню. А как у вас проходят сейчас дискотеки в школе? Отжигаете, наверное? Они классно светятся, прям, смотрите, зеленый, красный этот. Дискотека! Это дискотека века, дискотека! В общем, бокс классный, трек мне тоже понравился, не знаю, почему кому-то он не зашел, даже где-то читал, что они хотели начать сделать это фирменное от каждого, типа Олег ЛСП, Фидук Ван Лав, и это Егор Крид, но Олег был категорически против. Вот, блин, вот лучше бы они вместо ЛСП взяли бы Скриптонита, треки мне ЛСП нравятся, но вот как человек он вообще стрёмный, особенно после интервью с Дудем, да простят меня его фанаты. Я даже, кстати, оставил под тем видосом с Ивана Урганта комментарий, что трио, но соб, мы вас узнали, это из Comedy Club. Вообще, пора признаться. Но, тем не менее, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь этим видео обязательно с друзьями. А я хочу признаться, что вас обманули, и что на самом деле это не ЛСП, Крид и Федук, а группа Хлеб.